Приветствую вас, Вероника. Давайте разберемся с вопросом, который вы написали. Понимаете, какая штука? Прежде чем разбирать проблему взаимодействие с подругой вашей, давайте вначале разберемся с тем, на каком основании вообще вы готовите подругу. Давайте попробуем разобраться в том числе еще и в том, как так вышло, что у вас достаточно большая разница в возрасте. То есть вам 26, а подруги значит 54. Вот, то есть это очень большая разница в возрасте, и как бы, на мой взгляд, тут нужно посмотреть, чем продиктовано то, что вы выбрали себе вот такую подругу, то есть что чем продиктовано то, что вы выбираете себе подругу такого возраста, достаточно, достаточно большого. Вот. Как правило, подобно, связано с рядом причин. Например, с тем, что вы подсознательно хотите быть, допустим, действительно маленькой. То есть, возможно, вы действительно хотите быть маленькой. Возможно, вам действительно легче быть маленькой. И хочется общаться с более взрослыми, значит, подругами, да, именно по этой причине. Хотя тут, безусловно, есть варианты, здесь, безусловно, есть, как бы, различные нюансы, и мне бы не хотелось, конечно, так однозначно говорить на эту тему, но тем не менее, что вас связывает с подругой, почему вы готовите, на каком основании, это очень важный момент, да, что вас объединяет. Дальше. Ну, ваша подруга, как, в принципе, любой человек, да, обладает своим набором плюсов и своим набором минусов, что, в принципе,
наверное, вполне себе нормально, что, в принципе, вполне себе естественно и вполне себе закономерно. Вопрос заключается в том, что раньше вы получается свою подругу принимали такой, какая она есть, а сейчас нет. Раньше вы могли как-то вот взаимодействовать со своей подругой и могли принимать ее особенность касательно того, что она всегда ворчит, вы сами говорите, что она всегда ворчит. Вот. А сейчас так вы сделать не можете, получается. Сейчас вы на этом не способны оказаться. То есть что-то изменилось ну, в вашем восприятии, может быть, подруги, да, что-то изменилось, что-то произошло, что-то поменялось, что вы стали видеть ее по-другому. Ну, на мой взгляд, это нужно исследовать, на мой взгляд, нужно посмотреть, что именно изменилось, что именно поменялось, ну вот между вами, да, что именно случилось, что вы перестали воспринимать, перестали принимать свою подругу такой, какая она есть, да, и вас это стало типа тяготить, может быть, какие-то чувства у вас поизменились, да, к ней. Может быть, что-то еще произошло. То есть тут нужно смотреть. Дальше. Что касается того, что вы маленькая. Понимаете, существует конечно разграничение, существует различие. Можно быть маленькой в том смысле, что не обрадовать ожидания других людей, как, например, пытается до вас донести вашим подругам, говоря, что вы маленькая только потому, что ну вот не делаете того, что она хочет. Это, конечно, несправедливо, мягко говоря. Это, конечно, совсем несправедливо. То, что вот
то, как, точнее, человек интерпретирует вашу, ну, скажем так, незрелость, да? Вот. Ну, бывают, бывают, точнее, случаи и совсем другие, когда незрелость человека не связана напрямую с тем, что он человек, то есть не обрадует ожиданий, а связано немножечко с другим, а именно связано с тем, как человек себя ведет. Вот мы можем говорить здесь о том, что вы, к сожалению, ведете себя как раз таки, я бы сказал, достаточно неуверенно в себе. Я бы сказал, что вы ведете себя как раз таки таким образом, что создается ощущение, как будто вы сами не уверены в своей позиции, создается ощущение, что вы сами не сомневаетесь, создается ощущение, что вы сами, ну, может быть, чувствуете вину за то, что вот не готовится. То есть не до конца принимаете в себе то, что не любите готовить. Хотя это абсолютно нормально. Вот в этом нет ничего странного, в этом нет ничего необычного, в этом нет ничего плохого, в том, что вы не любите готовиться. Здесь, в принципе, лично я здесь с вами солидарен в этом смысле слова. Вот в этом контексте я с вами солидарен, но, как бы повторюсь, проблематика в том, что вы сами такое ощущение, что не принимаете. И проблематика в том, что вы пытаетесь как будто бы доказать что-то ну подруге своей, а это, пожалуй, является одной из ключевых ошибок ваших, потому что доказать что-то у вас не получится. Вот, в принципе, ничего. Вот, потому что человек, и это совершенно справедливо, будет стоять на своем, человек будет придерживаться своей позиции, тем более человек достаточно пожилой. То есть я хочу вам здесь сказать только лишь, да, что тот факт, что вы пытаетесь доказать что-то своей подруге, ну вот это, собственно, и является проблемой, по факту. Поэтому в этом кроется ваша неуверенность в себе, и именно из-за этого, по большому счету, подруга и воспринимает вас, так вот, скажем, глобально воспринимает вас
как ребенка. Потому что вы не уверены в себе. Вы боретесь, вы пытаетесь сражаться, вы пытаетесь добиваться, вы пытаетесь что-то доказывать. Вот, ну, к сожалению, доказывает только тот, кто не брал. Вот, к сожалению, к моему большому сожалению, это работает именно в таком ключе. И к этому можно, конечно, по-разному относиться, но момент, момент здесь такого типа. Дальше. Смотрите. Одно дело не любить готовить. Здесь, пожалуй, с вами сложно согласиться, не согласиться, потому что, ну, действительно, вам может не нравиться готовить вам, вам действительно может это не привлекать, вам действительно может это быть неприятно и так далее. Ну, просто вот, может не нравиться, короче говоря, к вам готовить. Это проект, в принципе, более чем нормально. Совсем другое дело, совсем другой момент, если вы ненавидите готовить. Вот ненависть, это уже куда более серьезно. Почему? Потому что ненависть — это чувство сильное. Ненависть — чувство достаточно агрессивное. Вот. И, в общем-то, это уже, ну, проблематика. То есть это уже в чем-то ваш конфликт, в чем-то ваша проблема, в чем-то ваша трудность, в чем-то ваша, может быть, травма, что вы не любите, что вы ненавидите прямо готовить. То есть не любите, да, а именно ненавидите, прямо ненавидите. Вот. Ненависть — это ненависть, как правило, связана с тем, что человек оказывается, как бы так сказать, человек оказывается в зависимости в плане своего духовного комфорта от от какого-то вида деятельности. Вот. То есть, например, вы оказываетесь зависимым от готовки. То есть, если вы готовите, вы начинаете откровенно себя хуже чувствовать. Хотя объективных причин для этого нет. Именно объективных причин для этого нет. То есть само по себе такие чувства это вызывает, ну, наверное, все-таки не должно. Вот. Я, конечно, не хочу сейчас как-то отрицать то, что вы чувствуете. Не хочу, чтобы вы думали,
что я отрицаю это. Вот. Но, на мой взгляд, вот именно какое-то такое влияние на вас, вот того, что вы готовите, ну вот это может быть как бы проблемы, достаточно серьезные проблемы, да? Вот, повторюсь, это история про ваше, ну, про ваше прошлое. История это вот про это только, про эту историю. Дальше идем. Значит, сегодня подруга попросила приготовить ужин, мясо и гречку. Ну, опять же, понимаете, здесь несколько странный момент. То есть вы говорите, что ненавидите готовить, вот, но при этом все равно соглашаетесь это делать. То есть тут возникает вопрос, да, насколько вы способны защитить свои интересы. Вот. Насколько вы способны защищать свои интересы, насколько вы способны отстаивать свои интересы. Понимаете? Потому что если вы свои интересы не отстаиваете, если вы свои интересы не защищаете, то за вас это делать не будет, к сожалению, никто. Вот. Но момент здесь тоже очень важный. Да? Вот. Ну, понятно, что можно еще обратить внимание ваше на то, что подруга не очень уважительно относится к тому, что вы не любите готовить, и не принимает у вас то, что вы этого делать не любите. То есть тут опять же возникает вопрос о вашем взаимодействии. Как вы вот как вы взаимодействуете с подругой, что она не уважает ваше решение не готовить. То есть, понимаете, глобально ситуация очень походит на манипуляцию. То есть подруга сознательно вводит вас в некое состояние, вот, состояние, когда вы можете ошибиться. Вот. Состояние, когда вы можете сделать что-то не так, и потом с уже, образно говоря, чистой, так сказать, совестью, да, вот, вас
То есть такое ощущение возникает, что подруга просто хочет получить легальный повод для того, чтобы, ну, скажем так, поворчать. Легальный повод ищет ваша подруга, чтобы поворчать. А вы ей этот повод даете, то есть покупаетесь вот на ее такую манипуляцию, да, и, соответственно, в итоге все довольны. Она с вами играет в игру «Попался негодяй». Вы можете сами эту игру поисследовать в интернете, она есть. Вот. «Попался негодяй». А вы, соответственно, скорее всего, играете немножечко в, ну, немножко другую игру. Вот. Вы можете играть в игру «Я жертва». Вот. Это вот та игра, в которую уже непосредственно вы можете играть. Вот. Хотя это, конечно, не точно. Вот. Что происходит дальше? Ну, дальше происходит то, что вы приготовили что-то не так, подруга начала вас ругать, она вас ругаться, ну, вот, при том, что, судя по ее риторике, судя по ее настроению, ругается она на вас не за то, что вы плохо приготовили еду, ну, условно говоря, вот, а за какие-то другие вещи, вот, то есть подруга, ну, злится на вас за что-то другое, не связано непосредственно с едой, то есть слишком, ну, слишком, слишком реакция слишком такая чрезмерная, да, плюс здесь имеет место быть обобщение еще, к тому же, с ее стороны, вот, поэтому важно понимать, что это только лишь повод, повод, чтобы вас обвинить в чем-то, вот. Вполне может быть, такая ситуация, что у вас с вашей, вот, собственно, подругой, да, такие отношения, при которых, ну, вы воспринимаете друг друга скорее как родители. И ребенок, она ведет себя с вами как родитель, вы себя с ней ведете, соответственно, как ребенок.
Вот. В чем это происходит, ну, достаточно неудачно, это происходит достаточно неосознанно, ну именно вот с вашей позиции, да, именно с вашей точки зрения, именно с тем, что вы делаете, это происходит не совсем, как бы, может быть, даже не совсем осознанно, может быть, даже не совсем сознательно вы это делаете, вот, это только вот такие моменты, такие ситуации вы понимаете, что что-то там идет не так, и начинаете как-то вот стараться выстроить личные границы между ней и собой. При том, что ваша подруга, если она ведет себя как родитель, она совершенно, ну, по понятным, я надеюсь, причинам, не будет обращать никакого внимания на то, что вам там нравится, на то, что вам не нравится. Вот она на это все внимание обращать не будет. То есть здесь ей будет важно только ее собственные интересы, ей будут важны только ее собственная позиция. И, в принципе, все. На этом. Вот. Ну, в какой-то степени она права, то есть мы не можем ее обвинять, но, опять же, я не думаю, что кому-то позволено, да, вот другого человека, в данном случае вас, как-то вот третировать. А именно это, я боюсь, что и происходит. Дальше. Дальше. Значит, так, я просто не люблю готовить, но так, всегда хочешь переделать своих друзей, если что-то не нравится, вообще мне нужно кого-то переделывать. Ну, вот, в том, что вы сейчас пытаетесь понять подругу, но не себя. И есть проблема ваша, и есть основания полагать, именно опираясь на этот аспект, есть основания полагать, что вы не зрелы, потому что вы не опираетесь на себя, вы опираетесь на то, что подруга делает. А опираться нужно на себя в отношениях. Только тогда можно рассчитывать на то, что будут какие-то изменения. На данный момент, пока у вашей подруги есть
возможность получать от вас то, что ей нужно, она будет это получать. И какой мотивации что-либо менять у нее нет. Это, если даже вот не брать в расчет, то, что она достаточно возрастная, да, достаточно зрелая, вот, и меняться там, в принципе, тяжело, в принципе, нелегко меняться, вот. Вот то, что я могу вам ответить, то, что я могу вам сказать, опираясь на то, что вы написали. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи.